ехать? Направо. А, спасибо. Рубен Вартанович, а зачем нам аэропорт? Нам прямо ехать надо. Адрес хочу. Он раньше здесь работал. Кто? Один грузин. Мой знакомый друг. Я вот напишу: здравствуй, Валикджан. А он скажет: ва, как мне нашел, откуда? Ему будет приятно. Когда ему будет приятно, я буду чувствовать, что мне тоже приятно. А ты говоришь прямо. Меня в Орджоникидзе ждут. Знаешь что, я тебе умный вещь скажу, но только ты не обижайся. Когда мне будет приятно, я так довезу, что тебе тоже будет приятно.